среду в Самарской области солнечно и сухо, станет чуть прохладнее. 20-24 градуса днем, ночью 11-13 выше 0. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 20, ночью плюс 13 градусов, северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 19, ночью 12 выше 0, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 20, в дневное время ночью плюс 12, северо-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 48%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.